Мягкая игрушка из Индонезии, которая продавалась в магазине Икея как символ 2019 года. У нее есть необычное имя и сама форма свинюшка, то есть маленький поросенок. Является мягкой, приятной на ощупь, понравится не только взрослому, но и ребенку. Шерсть у нее коротенькая, розового и серого цвета. Мордочка обаятельная, все детали пришиты ровно и аккуратно, так что оторваться не смогут. Хвостик есть, имеется информация на этикетках подробная, как ухаживать и, собственно, все, что я хотела о ней рассказать. Далее вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео и другие. Ее приятно держать в руках, классно и обаятельно. Для стола пойдет, в кровать положить или поставить на полочку. Цена была где-то 299 рублей, кажется, за штучку. Спасибо всем за внимание. Ждите новые обзоры в дальнейшем. Мягкая игрушка.